Несравненная Тина Кароль решила немножко приоткрыть тайну взаимоотношений с сыном. На собственном примере артистка объяснила, кем в первую очередь нужно стать для своего ребенка. Красавица-певица знает секрет хороших отношений с детьми. Тина Кароль считает, что прежде всего, родители должны обязательно все объяснять своему ребенку. Ведь маленький человек еще не знает степень хорошего и плохого, не умеет различать грань, которую нельзя переступать в словах и поступках. И этому всему он должен учиться у взрослых. Причем ни в коем случае нельзя воздействовать криком. Не стоит забывать, что ребенок не знает поначалу даже самых очевидных вещей, потому и задает много вопросов. Хуже, когда он ничем не интересуется. Если ребенок чему-то противится и не хочет чего-то делать, то не обязательно это проявление вредности или упрямства. Может, он просто не знает вообще, о чем идет речь. Тина в пример поставила себя и Вениамина. Певица рассказала, что просила его не кушать много, чтобы не превратиться в тушенку. И это слово стало семейной шуткой. Но однажды Кароль спросила у малыша, что же такое тушенка, на что он ответил сразу «десерт». И тогда звезда поняла, что обязательно нужно конкретно ставить задачу и объяснять непонятные вещи, чтобы ребенок четко все понимал. Тина Кароль также рассказала, что родители должны стать для детей самыми лучшими друзьями. С любой проблемой или простым вопросом ребятня уверенно идти за помощью к близким и знать, что они всегда поддержат и направят. Тогда будет существовать в семье доверие и взаимопонимание. Конечно, много времени следует проводить в простых разговорах и общении. Правда, Вениамин учится в Великобритании и находится с мамой не так часто, но Тина Кароль обязательно летает проведывать мальчика и постоянно с ним на связи через приложение в телефоне. Судя по всему, такие простые правила очень действенны даже в творческих семьях.